В муниципальном центре культуры провели торжественное открытие городского волонтерского форума. С магаданскими добровольцами работали три приглашенных спикера с других регионов. Программа очень насыщенная. В течение трех дней для ребят проведут мастер-классы, тренинги, а также круглый стол. В Магадане более 20 волонтерских объединений и около 3000 добровольцев. Большая часть – школьники, но также есть студенты. Как отмечают специалисты, волонтерская работа очень важна. У нас это движение, как я уже говорил, исторически заложено, наверное, в нашем менталитете, ну а сейчас это развивается стремительно, и уже не первый форум проводится здесь, в городе Магадане, растет количество волонтеров, и это еще и сподвигло вот пандемия наша, о том, что без волонтерского движения, без помощи близким, ну, наверное, сегодня так, ну, скажу грубо, не выжить. Сегодня здесь в зале молодые волонтеры, и цель этого форума для вас, ребят, в первую очередь, во-первых, вы познакомитесь, во-вторых, вам расскажут о всех направлениях сегодня волонтерства. Культура, спорт, социальная сфера. У каждого волонтера своя специфика деятельности. Как отмечают кураторы объединений добровольческих групп, любой желающий может найти себя в этой стезе. Организация «Волонтеры Магадана» создана при Управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии областного центра. Добровольчество в России регулирует федеральный закон, согласно которому волонтеры обеспечивают питанием, форменной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и многим другим. Также сказано, что одна из целей волонтерства – оказание безвозмездной помощи людям, которые в ней нуждаются. Подобные встречи Управление по делам молодежи проводит часто. Из-за того, что каждый год волонтеров становится больше, в этот раз решили провести слет. И образовательная, и тренинговая части пройдут в том числе в диалоговой форме. Я вам желаю провести их по максимуму с пользой для себя. Узнавайте новое, общайтесь, знакомьтесь. Я уверена, что форум – это только начало большого пути развития добровольчества. По словам организаторов, тренинги помогут опытным волонтерам усовершенствовать свои умения, а новичкам познакомиться с добровольчеством в целом. Кроме того, для руководителей организации проведут отдельные занятия. Сам формат форума предусматривает дискуссию. На всех площадках есть возможность поделиться своим собственным мнением в том или ином вопросе. Спикеры также поделятся опытом. Мы собрали разных спикеров в команду, то есть это эксперты в различных сферах, которые так или иначе связаны с молодежной политикой, с добровольческой деятельностью. Это и педагоги, и профессиональные тренеры, и организаторы мероприятий. Поэтому, чтобы охватить максимально все сферы добровольческой деятельности, которая максимально широка, мы решили собрать именно вот этих спикеров по различным рекомендациям, по собственному опыту работы, которые смогут работать как с детьми в возрасте от 14 до 20 лет в среднем, такой возраст, а так и с уже взрослыми педагогами, которым также можно дать какой-то новый материал, которого они, например, еще не знают.